У него ломка. Я ничем не могу помочь. Если только у вас нет дозы воды из колодца. Да ладно вам, бля. Три сраных бога не могут вылечить одного эльфа. Какие вы нахрен боги тогда? Ну формально я не бог. Я Лоа. А я аспект. Это тоже разные вещи. Я еле наскребла сил, чтобы вылечить Чиби. Ты, сука, потратила лечебные силы на рост лобковых волос этого недочеловека. Да, теперь я красавчик, как и прежде. Вообще кайф. Советую не мыться пару дней, чтобы не отпало. Пара дней? Вол, да я месяцами не моюсь. Вы совсем идиоты. Зад подыхает. Да не подыхает он. Ну, точнее, не весь подыхает. Лишь его тело, что привыкло питаться энергией. Так давайте найдем какой-то аспект электричества и долбанем ему 220. Аказа, не пытайся думать. Это не твое. Я хоть что-то предлагаю, в отличие от вас, дебилов. Один стоит дрочит, вторая стоит дрочит. Халион вообще херней страдает. Ты чем занят, сука? Помочь не хочешь? И чем я вам помогу? Увеличу число трупов. Я машина для убийств, а не скорая помощь. А своих друзей я уже 3 года не видел. Или друга. Я вообще хз, в каком числе к нему обращаться. Короче, занимайся своим делом, а я своим. Ну охренеть, бездействовать будем. Да вперед, у нас же эльфы на каждом углу валяются, да? Как бы смешно ни звучало, но в королевстве так и есть сейчас. Ладно, есть у меня идейка. Просто доверьтесь мне. Охеренная идея. Нет больного, нет проблем, называется, да? Да закройся ты уже. Извлечение духа из тела. Ах ты, гнида. Вальнул меня все-таки, да? Я тебя освободил, придурок. Или ты хотел помереть, как Хал Дрова? А что толку в свободе от смерти? Один хрен смерть и есть смерть. Не тут-то было. Теперь я могу переселить тебя в другое тело. Найди желающего, и будешь опять жить процветание. Да, вот так просто. На каждом шагу же полно желающих поделиться своим телом, да. Ну, в Космодане таких действительно полно, только они плату берут за это. Да не в этом же смысле, идиот. Зод, возьми меня. А, чего? Вот так сразу? Бля, Аказа, одолжи тело. Мне на 5 минут, не больше. Разбежался? Да нет же. Можешь взять мое тело. Да-да, я понял. Уже ищу материальный дрын. Придурок, ты озабоченный. Переходи своим духом в мое тело. Вот я о чем. Это с хрена ли такая щедрость? Потому что твой недуг — это и моя вина тоже. Наш план состоял в том, что вы найдете культ проклятых в пригородных поселениях. Силы нежити заставили бы эльфов и людей объединиться. Но мы не думали, что жадность людей сподвигнет их на мятеж и захват власти. Проще говоря, вы больше не в розыске, всем на вас плевать, однако цена чрезмерно высока. Силы Альянса договорились с нежитью, эльфы кучами лежат за королевством, как мусор. Шаткий союз вот-вот рухнет, и мир погрузится в мертвую эру. И мне это нихера не на руку, ибо мой конкурент Нерзул забирает все души себе. И мы опять должны попробовать спасти мир. У нас опять пойдет, что это не по плану, и мы погрузим мир в еще большую жопу, да? Нет, вам следует просто убрать Гаритоса и склонить людей на свою сторону. Артас, что гниет в королевской тюрьме, сядет на трон. В то же время надо найти источник силы для эльфов. Что угодно вообще, лишь бы хоть немного очухались. Так что бери мое тело, распределяйтесь и приступайте к работе. Все мои силы, разумеется, останутся при тебе. Знаешь что? А хрен с ним. Погнали. Да уж, придется немного походить в спиритической форме. Эй, умери руки с нагрудной брони. Ты же понимаешь, что как только мы свалим, я рассмотрю каждую родинку на твоем теле, да? Вот об этом я, конечно, не подумала. Хрен с ним, косяк мой, и отвечать мне. На тотемы ты все равно садиться не будешь по мужским убеждениям, так что не страшно. Хорошо, тогда распределимся.
Чиби и Изера, ступайте в Киринтор. Может, они чего придумают с энергией? Принято! Аказа и Халион, ступайте в Запределье. Кельтас говорил что-то о магии скверны, авось в малых дозах поможет. Меня опять в самую жопу, как всегда. Я с Алекстразой попытаемся по стелсу решить ситуацию в королевстве. Если что пойдет не так, Бломсанди сохранит наши души. А у меня ты спросить забыл, да? Тебе хочется делиться душами с Нерзулом? Справедливо. Собираемся, готовимся и выдвигаемся. Смерть уже пришла к нам, так что спешить некуда. Если у кого-то что-то пойдет не так, его спутник сможет вытащить из передряги в безопасное место. Всем все ясно?